Приветствую всех на канале «Попади в десятку». Привет, дрявая стена. Сегодня у нас на обзоре пневматическая винтовка Диана Пантер 31, на чьей коробке гласят иероглифы «Диана, High Performance Gun The Next Level». В комплект поставки, помимо красивой коробки, у нас входит огромная инструкция на всех языках, кроме английского и русского, наклеечка, если я не ошибаюсь, сама винтовка и усиленная пружина. Длина агрегата составляет 1160 мм, а вес 3,7 кг. Корпус выполнен из матового пластика, который не позволит винтовке выскользнуть даже из самых потных ладошек. Также местами корпус имеет рифленые поверхности для более удобного использования. В тыльной части ствола находится предохранитель, который снимается непосредственно перед самим выстрелом, и также имеется место для установки оптического прицела. Стоит отметить, что производитель красиво стилизовал ствол оружия по текстуру темного камуфляжа, а также не скупился на лазерную гравировку. Далее винтовка имеет полностью регулируемое по желанию владельца прицельное приспособление, вместе с мушкой, состоящих из фиброоптических нитей. Вы даже не представляете, насколько это сейчас было сложно озвучить. В общем, по данной теме у нас все, перейдем к зарядке винтовки и немного постреляем. Зарядка, кстати, осуществляется самым примитивным способом, но при этом и достаточно трудоемким, так как после пары десятков выстрелов начинаешь потеть. Я до сих пор ловлю флешбеки о том, как в свои 12 лет мучился с зарядкой пневматики в тире. Что можно сказать про данную винтовку? Держится она вполне легко, но зарядка, конечно, заставляет попотеть. Также очень грамотно придуманы системные предохранители, так как делают стрельбу из данной винтовки максимально безопасной. Скорость с учетом предустановленной облегченной пружины также неплохая. В принципе, с виду даже и не скажут, что она может выдать такие неплохие результаты. Оценку я поставил, наверное, десяточку, так как в соотношении цена-качество мне она показалась прям безупречной. Никаких проблем, либо косяков при ее использовании у меня не возникло. Если вас также заинтересовала данная винтовка, то ознакомиться или купить вы можете у ее у нас на сайте, ссылочка будет в описании. Также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео и оставить свой комментарий по поводу того, что вы думаете о данной модели. До встречи!